Друзья, здравствуйте! С вами Валерий Бусуновский. Очень важное видео. Ubuntu 18.04 пашет очень классно. Была одна маленькая вещь: то есть, вот видите, сейчас нормально работают значки некоторых программ. Ну, например, тот же Казам до этого тот отображался, то нет. Итак, причина найдена. Значит, сначала покажу временные. Временные, но я не буду полностью проделывать. Значит, это перезагрузка гномы. То есть нажимаем Alt-F2, вводим сюда R маленькое и нажимаем Enter. Поняли, да? Перезагрузится, значок появится. Но я все-таки искал искал, и нашел. Грубо говоря, надо просто-напросто удалить. Индикатор Application от Ubuntu 1604, который потом, возможно, разработчики удалят. Эту команду я вам дам в описании видео и на эту страницу почитаете. Грубо говоря, удаляем, перезагружаем и радуемся. Теперь все значки, которые других программ, которые предусмотрены в Трее, они обязательно будут. Поэтому, думаю, это вам поможет. Спасибо за доверие. Успехов! Все получится. Да, для тех, кто начал с этого видео и хочет программировать, обратите внимание на школу spb Покупаете Покупайте пожизненный доступ. Для начала прочитайте как правильно изучать джанга и хотите стать программистом. То есть вот эти две ссылки тоже дам. Здесь я собрал материалы разные, чтобы почитать, подумать, ответить все на вопросы, ну многое другое. Спасибо за доверие.